быть непростые. Ваш комментатор Константин Генич. И после великолепного, очень вдохновенного матча в Бильбао, в котором, к сожалению, баски... Левант угловой. Левант одержал удивительнейшую... А, Сиду Кейта тогда забил. Да, конечно же. Они... Прошу прощения. Удивительнейшую победу Леванта одержал. Удар, гол! Ничего себе! Вот это начало! И опять после углового от Леванта пропускает мяч Барселона. Пинто даже не успел среагировать. Мяч как-то так незаметно для Пинто на Рамон Санчес Писхуана. Об этом чуть позже. Подача. И вот здесь Винтер... А, вот так вот он забил. Он-то, оказывается, вообще не поворотом бил, а мимо. Попал в спину Серхио Роберто. Вот это дезориентировало Хосе Мануэля Пинто. Упал там Пуйоль. Поскользнулся, поехал нога. И здесь, конечно, претензий к Пинто быть не должно. Вряд ли. Монтойя. Монтойя здорово сместился в середину. Дальше на Иньесту. Иньеста за счет смены движения уходит. Фабригас. Ну, вроде бы уже отрезали группу игроков. Удар Адриану. Вот это гол Адриану. А, перехитрил Хави Хименеса. Адриану, у него хороший удар с двух ног. Ну и мне показалось, что сами... Смотрите, как здорово. Здесь Иньеста на Фабригаса. Тот на Адриану. Есть возможность пробить. Все игроки Леванта в зеленой форме выстрелились вдоль своей штрафной. Как строй солдат. Да, удар, что надо, получился у Адриано. Вообще в эти ворота Адриано любит забивать красивые мячи дальними ударами с левой ноги. Шикарный гол в ворота Атлетико можно вспомнить в прошлом сезоне. Ну и вот сейчас зрячие на исполнение. Здорово. Исполнил Адриано. 1-1. На 28-й минуте Барселона счет сравнивает. Первого тайма. Третий угловой Барселоны. Эльо, подача, удар Пуйоля, 2-1. Ну вот, удивительные вещи, да, происходят с Барселоной. Она опять забивает со стандарта ворота Леванта. Если в первом матче забил тогда Пике, здесь Пуйоля. Гол шикарно получился. И подача хороша от Элью. И на опережение Пуйоль аккуратненько головой сбрасывает мяч в дальний угол. Очень здорово. И здесь у Хави Хименеса шансов отразить этот удар было очень немного. Потому что еще и опять удар вниз. Вратарю сложиться непросто. И перед голкипером мяч ударяется в газон. И еще дополнительное ускорение. 2-1. Ни разу и не коснулся. Хоакин Парос, главный тренер Леванты. Альберто Индиано Мальенко, главный арбитр сегодняшней встречи. Ему помогают Роберто Диас, Хесус Кальва, Гуадамуро и Фернандо Кастильехо. Момент еще один у Барселоны. Забивает Алексис Санчес. И мяч защита. Мяч как там, как мыло нырнул сквозь руки голкипера Хави Хименеса. И Алексис Санчес забивает свой 13-й гол в сезоне. Допустил Хави Хименес. Вот смотрите, здорово себя Монтойя предложил. И своевременную передачу сделал Тельо. Тут у Монтойи не поймешь, то ли он бил поворотом, то ли он делал передачу. Но если задумал что-то одно, то у него, можно сказать, прошли оба варианта. Потому что если бы Алекс Санчес мяч не трогал, мяч бы все равно линию ворот аккуратненько бы пересек. 3-1. Барселона доводит свое преимущество до двух мячей. Завода даже, как говорит Алексей Андронов. Но гол со всех точек зрения, с разных повторов и ракурсов, абсолютно нелогичен был. Ну а больше моментов того не было у Леванта. Но Алексис Санчес забивает второй мяч в пустые ворота. Здесь Алексис подобедал. Дальний удар, рикошет, опять там скользкий мяч, опять носочком протыкает мяч в пустые ворота. Кто же такой удар наносил? Конечно, Адриано, кто же еще? Видите, какой неприятный удар, рикошет, перекладина, Алексис Санчес.
то, что доктор прописал. И до крупного Барселона доводит свое преимущество. Статистика первого тайма. 87 на 13 был процент владения мячом. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Левант. Педро. Алексис. Здорово. Фабригас. Удар. 5-1. Сейчас Фабригас ему поменяет. С чистой совестью. И на скамейке. Футболистов. Впереди тяжелейшие матчи. Передачи Педро. Вот смотрите, как вот здесь здорово развернулся Алекс и точно покатил. Ну а Карабеллос не успел накрыть удар Фабригаса. Так финтом, вроде бы незамысловатым, отправил мяч между ног Хуанфрану и в нижний угол ворот Хави Хименес. 5-1. Манита! Любимая.